Дорогие друзья и подруги, мы хотим рассказать вам о песне «Черный ворон». Это не просто песня о ком-то или о чем-то. «Черный ворон» — это наша великая боевая песня, песня сакральная, песня молитва. Сколько в ней должно быть куплетов? Почему наши враги во все времена так боялись, когда русские пели «Черного ворона»? В чем истинный смысл слов этой великой песни, узнайте из нашего видео. Мы спели ее так, чтобы любой человек смог спеть ее сам, с друзьями и близкими, любой мальчишка или девчонка, или любой солдат на привале. Если вам понравится наше видео, найдите способ рассказать об этой великой песне всем, кому посчитаете нужным. А еще, друзья и подруги, было бы просто здорово, если бы вы спели ее сами, со своими друзьями или близкими, а затем разместили на своих страничках в соцсетях со ссылкой на видеорассказ об этой песне на нашем канале. Текст, музыку и аккорды вы найдете в описании под видео, которое называется «Скрытый смысл песни «Черный ворон», ссылка на которое находится в описании под этим роликом. Мы считаем очень важным именно сейчас, в наше время, когда все русские так отчаянно нуждаются в своем самоопределении, еще раз вспомнить об этой великой песне.